Настоящая цветущая сказка. В ботаническом саду Кишинева сейчас вовсю цветут сакуры и магнолии, которые привлекают посетителей цветом, ароматом и возможностью сделать красивые фотографии. Также здесь высажены тысячи тюльпанов самых разнообразных оттенков и форм. Цветы быстро отцветают, поэтому люди спешат в ботанический сад, чтобы насладиться хорошей погодой, свежим воздухом и красотой весенней природы. Tablou de poveste găsim și pe această insulă, unde peste 3000 de lale le atrag trecătorii prin culorile aprinse, dar și prin mirosul deosebit. Bulbii au fost aduși tocmai din inima țărilor de jos, iar acum vizitatorii grădinii botanice grăbesc pasul aici pentru a reuși să le admire, dar și să facă fotografii. Nu, ce îmi place. De ce nu? Foarte красиво, foarte elegant, foarte подобрано красиво. И сорт, и по цвету. Красиво очень. Здесь очень красиво. Свежий воздух, птицы поют. Такое впечатление, что мы совсем не находимся в городе. Вот эта красота, это просто не передать словами. Понимаете, да? Запахи, ощущения очень приятные. Орешного зелибера, деламунка, шамини садмир и маляк. Натура фарти фрумас. Херсвейте, страдю ляка, диайр, малец, карис... Квартирь экстраординар. Прекрасный, просто чудесно. Мы здесь первый раз, мы сами с Украины. Мы вообще в восторге от Кишинева. Люди, которые выбрали для прогулки ботанический сад, наслаждаются цветовой гаммой, восхитительным запахом и красотой этого места, а также заряжаются необыкновенной энергией, которую дарит красота природы. Восторг гостей ботанического сада вызывает и сакура, которая сейчас просто утопает в цветах. Посетители ботанического сада могут полюбоваться также магнолиями и другими деревьями и кустарниками, цветущими в это время. Стоимость входного билета в Кишиневский ботанический сад – 10 леев для взрослых и 5 леев для учащихся и пенсионеров.